В науке часто наблюдается синдром самозванца. Феномен, когда чем больше ты разбираешься в какой-то теме, тем менее компетентным себя чувствуешь. Чувствуешь, что не можешь быть авторитетным. С другой стороны, есть эффект Даннинга-Крюгера. Эффект Даннинга-Крюгера — это психологический феномен, когда человек, не обладающий знаниями и экспертностью в определенной области, ошибочно кажется себе экспертом в этой области. Вы становитесь склонны полагать, что известные вам факты — это полный объем доступных знаний в этой области.